Привет, ты на канале ProCuber, и в этом видео я хочу провести эксперимент, смысл которого заключается в том, чтобы собрать свои брелки, кубики Рубика, пирамидку и Ивикуб на скорость, а потом сделать все то же самое, но на полноразмерных головоломках. Из брелков я буду использовать пирамидку MoFang, трешку Gun 330, MoFang Ivicub и MoFang Pillow 3x3. Все они очень маленькие и могут уместиться на одной ладони, и из-за этого их собирать немного сложно. А их оппонентами станут магнитная пирамидка MoFang MS, Gun 356X, и так как у меня нет Ivicub, я буду использовать Scube. Но у меня есть Scube необычный, поэтому я буду собирать его, игнорируя центры. Также у меня нет Pillow 3x3, поэтому я буду использовать вот такой вот DNA Cube Concave. Я думаю, что это неплохие альтернативы, а как думаешь ты? Напиши в комменты свое мнение. Все эти головоломки можно приобрести у ребят из проекта speedcubes.ru. Если вам что-то интересно, то переходите к ним на сайт и оцените разнообразие головоломок. У них очень большой выбор, самые низкие цены на популярные товары в России, а также доставка по России от одного дня. Прямо сейчас у них на сайте множество акционных предложений. Если ты любишь головоломки, то закупайся на speedcubes.ru по самым выгодным ценам. We'll be right back.
На самом деле, мне не только самому было интересно посмотреть, какие результаты будут, но еще хотелось бы показать вам и в очередной раз доказать, что кубик влияет на результаты не так сильно, как принято об этом думать. И что даже на таких маленьких брелках можно вполне нормально и иногда даже быстро собирать, практически как на полноценных головоломках. Большое спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующем видео.